На большой экран выходит фильм Дениса Тена «Слепая любовь». Сценарий к картине написал сам знаменитый фигурист, но довести до конца это дело не успел. Завтра исполнится ровно 4 года, как не стало Дениса Тена. Закончить эту работу смогли профессионалы голливудского и корейского кинематографа. Генеральными продюсерами выступили Тимур Бекмамбетов и мама Дениса Оксана Тен. Идея создания фильма «Слепая любовь» принадлежит самому Денису Тену. Сценарий к нему он написал еще в 2018 году для участия в конкурсе «Screen Life Contest» от компании Тимура Бекмамбетова. Конкурс кинокартин проходил тогда в Москве. На нем наш соотечественник занял первое место, одолев сразу 200 соперников со всего мира. Собственно, тогда же команда и приступила к съемкам фильма. Вот только выпустить картину «Свет» так и не удалось. Буквально через месяц после победы в конкурсе 19 июля на Дениса Тена напали с ножом два автовора в родном городе. Именно на этом месте он получил раны, несовместимые с жизнью, и скончался. Ему было всего 25 лет. Возобновили съемки фильма лишь год спустя. Как вспоминает друг олимпийского чемпиона и продюсер фильма Игорь Цай, из-за того, что снимали картину без автора, процесс выдался очень сложным и занял целый год. Вся команда, и Тимур, и мы все поняли, что фильм должен осуществиться. И вместе с мамой Денисой, с Оксаной Алексеевной, мы приняли это решение снять все, как написано в сценарии. История повествует о двух одиноких молодых людях с нарушениями речи и зрения. По сюжету они становятся друзьями по переписке, которая затем постепенно перерастает в любовь. Но признаться друг другу в чувствах влюбленные стесняются из-за своих особенностей. Действие картины разворачивается в Америке, штате Калифорния, в так называемом формате Screen Life. Это такое киноповествование, где все события фильма происходят полностью на экране компьютера либо телефона. Я был очень рад стать частью международной команды и претворить в жизнь видение мира такого талантливого и великого спортсмена, как Денис Тен. Когда я впервые прочел сценарий, был сильно тронут. Весь процесс съемок меня не покидало чувство одиночества. Думаю, именно таким ощущал себя сам Денис Тен. Надеюсь, нам удалось передать это и в самом фильме. Хоть съемки и проходили в Голливуде, постановка фильма занялся режиссер из Южной Кореи. Выбрали его не случайно. Так создатели хотели придать картине драматизма, присущего корейскому кино. Но правок в оригинальный сценарий команда не вносила. Отсюда и длительность картины 32 минуты. А в музыкальном сопровождении использовались исключительно авторские песни Дениса Тена, написанные при жизни. Сохранили создатели и оригинальный язык сценария – английский. Для отечественных зрителей фильм озвучивали известные блогеры Биржан Нашим, Ахмат Хильми и Назим Миссанов. В кинотеатрах страны фильм «Слепая любовь» выйдет в прокат уже 28 июля. Адина Смагулова, Даман Сулейменов, Информбюро Алматы.